Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу и Спасителю. Дорогие друзья, всех вас приветствую и благословляю именем Иисуса Христа. И я рад представить вашему вниманию 5 коротких видеопрограмм, которые посвящены разоблачению культа Богородицы, ложного культа. И в основном эти беседы мои, эти 5 коротких бесед, 15-минутных, они посвящены разоблачению такого лжепраздника оккультного, каким является Успение Пресвятой Богородицы. В общем-то, как обновленческий православный священнослужитель, я часто, в общем-то, в проповеди, в беседах, в таких обращениях, я говорю о некоторых заблуждениях, о многих, допустим, ересях, и, конечно, о культе Богородицы я тоже часто говорю, но в этих коротких программах я хочу показать моим братьям, православным священнослужителям других юрисдикций, православных, традиционных таких церквей, и всем православным христианам, и вообще всем христианам разных деноминаций, конфессий, что не надо молиться кому бы то ни было, помимо Господа Бога Всемогущего, и что у нас один Господь, один есть Бог, и что у нас один есть первосвященник, ходатай Нового Завета, посредник между всеми людьми и Богом Святым, это Иисус Христос, человек, взявший на себя все наше беззаконие, неправды, Бога-человек, Иисус Христос, первосвященник, ходатай Нового Завета. И пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. Я очень надеюсь на то, что, прослушав эти короткие видеопрограммы, каждый из вас сделает соответствующие правильные выводы. И те из вас, что еще не переживали возрождение, спасение, примут спасителем Господа Иисуса Христа. Те, кто приняли Иисуса, но отступили, пусть эти видеопрограммы помогут вам вернуться в лоно церкви, вернуться под покров всемогущего Бога и прославить Господа Иисуса. И пусть Бог благословит. Я также надеюсь, что эта видеопрограмма, эти программы вообще, они помогут многим православным и также католическим христианам освободиться от культа Богородицы и перестать молиться Марии или другим умершим святым, а только лишь Господу Богу Всемогущему. И пусть Бог благословит каждого из вас, дорогие друзья, как православный обновленческий епископ, я благословляю каждого из вас, и во имя Иисуса Христа вашему вниманию предлагаю сейчас, прямо сейчас эти видеопрограммы. И если какие-то вопросы у вас возникают, то пишите на мой email, я буду стараться отвечать на ваши вопросы. Наши священники, они также отвечают на ваши вопросы. И наша епархия Киевская, православно-обновленческая епархия, она трудится, наши священнослужители нашей епархии трудятся для просвещения народов и здесь, в Киеве, и в Киевской области, по всей Украине и в других странах бывшего безбожного Советского Союза. И Господь да благословит каждого из вас. Если вы, как священнослужитель православный, желаете примкнуть к обновленческому движению, если в вашем сердце есть встать в ряды обновленцев 21-го столетия, то свяжитесь также со мной, я буду рад поддержать вас. Наша семинария также открыта для вас, и если в вашем сердце есть на самом деле потрудиться для славы Божьей, нести Евангелие спасения миллионам православных христиан, то также обязательно свяжитесь со мной, свяжитесь с нашей епархией. Пусть Бог благословит каждого из вас. Заходите на наш сайт, и я думаю, что Господь, Он очень сильно вас благословит. И молитесь также о реформации православной церкви. Если даже вы не православный христианин, то, думаю, реформация православной церкви, как и вообще мирового христианства, думаю, есть в вашем молитвеннике. Пусть Бог благословит каждого из вас во имя Иисуса Христа. До встречи на земле и на небесах. Аминь. В своем обращении
в этой видеопрограмме я хотел бы вновь коснуться темы, к которой я обращался в прошлых программах, а именно о празднестве или о празднике, который почитается очень сильно, очень давно уже, с глубокой древности в православной традиционной церкви, а именно о празднестве или о лжепразднике, точнее говорить, если правильно, Успение Богородицы. Дорогие друзья, к сожалению, в традиционном православии очень сильно популярен этот праздник, очень сильно, знаете ли, распространен. В русскоязычном мире, в православной церкви очень много уделяют внимания личности Богородицы. Марию, Матерь нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа называют в православии Богородицей. Это, конечно, недоразумение. В самом этом названии, будем так говорить, уже кроется какой-то подвох, потому что Мария, Матерь нашего Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа, она не могла дать начало Божеству и не дала начало Божеству, конечно же, Иисуса Христа, а лишь человечеству, человеческой плоти Иисуса Христа. Иисус Христос родился по плоти от Марии, но в духе, но как Бог, Он от века сущий, как и говорил нам. И, в общем-то, дело, конечно, не в названиях. Можно Марию называть, наверное, Богородицей, хотя правильнее, конечно же, по Писанию, именно по тому священному Писанию, по Библии, которое дано нам, христианам, нам стоило называть Марию именно Матерью нашего Господа, а не Богородицей. И, дорогие братья и сестры, почему я говорю как о празднике Успения Богородицы, как именно о лжепразднике, как о лжепразднестве или как о ложном, оккультном даже празднике? Почему я так говорю? Потому что истина Божьего Слова учит нас поклоняться и служить только лишь Господу Богу Всемогущему. Я как некогда прежде, в прежней моей христианской жизни, знаете ли, традиционный православный священник, я был когда-то, да, не обновленческим, не реформатором, а самым обыкновенным традиционным русским православным священником. Я молился так же, как и тысячи моих коллег, как и миллионы других обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой православных христиан. Я молился к Матери Господа Иисуса Христа и к другим умершим святым, и к ангелам, знаете ли, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Ксения Петербургская и прочие, пятые, десятые, их же не с числа, знаете ли. Я молился, кому я только не молился, десяткам, сотням разных святых. В общем-то, знаете ли, это типично, к сожалению, очень типично для традиционного православия. Я, конечно, сегодня, как именно евангельский верующий, как православный христианин, не как кривославный, но как православный христианин, как священнослужитель обновленческой церкви православной, я, конечно, и говорил, и буду говорить всегда о том, что достойно поклонения и служения только лишь не Матерь Господа Иисуса, не другие умершие святые, но только лишь Господь Бог Всемогущий. Только лишь Он есть покров наш, не Мария, не Серафим, не Сергий, не кто-то еще, знаете ли, из живых или из мертвых, только лишь Бог. И это, знаете ли, библейский, если смотреть через Слово Божье, через Библию, то это аксиома, знаете ли, это не то, что требуется доказать. Поэтому мне сейчасшнему, сегодняшнему мне, православному такому обновленцу, реформатору, очень даже трудно даже самого себя понять прежнего, самого себя же даже, позвольте, да, потому что до 1996 года я молился многим святым, и в этом ничего, знаете ли, плохого, предрассудительного я не видел. Потому что так делают все, я так считал. Потому что так делает моя деноминация, потому что так принято в моей церкви. Потому что это, знаете ли, я впитал с самого начала, с первых шагов в церкви. Потому что в 1988 году, как раз это было очень такое знаменательное событие, знаете ли, было тысячелетие крещения Руси, и это праздновалось, и тогда уже советское государство трещало по швам, и уже запахло свободой в воздухе, и уже было многим людям трезвомыслящим, было понятно, что этот союз нерушимых республик,
так называемых свободных, он очень скоро рухнет уже. И вот в это такое время оттепели, перестройки, и уже пахло свободой. В это время как раз именно праздновалось так помпезно, торжественно, значит, именно тысячелетие крещения Руси. И вот в этом как раз году, во время этих празднеств, я начал свое служение в православном храме. Я художник по образованию, и для меня искусство это было моей жизнью, знаете ли, моим средством выражения. И я проводил время, фактически все свободное время на пленерах, и пейзажи это было моя стихия, знаете ли. Но иногда я писал иконы, служил тем самым, как я понимал, Богу. Я приобщался к церкви, ходил в храм, несмотря на запреты тогда. Значит, но, в общем-то, в 88 году я уже в начале Великого Поста, как раз перед прощенным воскресеньем, даже я скажу, я уже решил работать в храме, служить в храме, и больше того, не просто начать служение в храме, а я родителям даже объявил тогда, что помнится мне, что я буду священником, то я пойду в семинарию, я буду учиться, я ездил в Загорск, тогдашний, нынешний Сергиев Посад, и, в общем-то, с документами, и я понимал так, что я избираю путь именно священнослужения, то есть я буду священником, я хочу нести людям истину о Боге, я хочу говорить людям о Боге и хочу служить Богу как священник у престола Божьего. И мне это, конечно, знаете ли, очень нравилось. И, знаете ли, вот тогда, в 88 году, конечно, у меня были вопросы некоторые, конечно, у меня были разные сомнения, знаете ли, относительно церкви, относительно служения. И я тогда своему духовному отцу, настоятелю того храма, где я работал, где я был чтецом, пономарем, алтарником, хором руководил, потом отцу Иоанну, я говорил так, что говорю: батюшка, пожалуйста, почему, объясните, почему, допустим, надо молиться кому-то еще помимо Господа? Мне было очень многое непонятное в храме, знаете ли, к кому обращаться. Но я стал читать дополнительную разную литературу, стал обращаться к житиям святых, стал обращаться к настольной книге священнослужителя, к другой литературе, рекомендуемой тогдашним моим духовным наставником и отцом. И, в общем-то, мне становилось много ясно, я и понятно, объяснимо. И вот до самого 96-го года, а в 91-м я стал священником и служил в Рязани, потом в Рязанской области, потом немного в Брянской области поработал, как традиционный православный священник русский. И, знаете ли, и в 96-м году на приходе, где я был настоятелем, знаете ли, читая Слово Божье, читая Библию, меня просто осенило буквально, я понял, что я делаю? Думаю, Боже мой, что я делаю? Ведь написано: «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Библия говорила мне тогда, в 96-м году, открывалось мне Божье Слово, которое говорит нам, и мне говорит, и всем нам говорит, что ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Я читал, знаете ли, с волнением таким внутренним, слова самого Иисуса Христа, самого Господа Бога и Спасителя моего, который говорил мне в этом Слове, что я есть путь, истина и жизнь. И он подчеркивает далее: и никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня, через Иисуса Христа. И знаете ли, сегодня уже вот как православный обновленческий священнослужитель, как реформатор, как архиепископ Украинской реформаторской православной церкви, несу такое служение, знаете ли, очень непростое служение. И требуется большая работа такая, знаете ли, просветительская сегодня, разъяснительная среди населения, потому что очень много людей, миллионы и миллионы душ обмануты именно, как я говорил уже, многовековой религиозной ложной пропагандой. И не так-то просто эти твердыни дьявола просто-напросто разбивать молотом Слова Божьего в церкви. Но это необходимо сделать. Необходимо на самом деле эти глыбы каменные гробов просто опрокинуть. Необходимо вывести души из гробов. И пусть миллионы православных христиан восстанут из мертвых, духовно поднимутся из этих гробов духовных, проклятия, греха, беззакония. И, конечно, пусть пелены, вот эти погребальные религиозные пелены, пусть будут сняты с них во имя Иисуса Христа. И как это можно снять? Через просвещение, через Слово Божье, через изучение внимательно Божьего Слова, Божьего постановления, через покаяние, через исправление. И пусть Бог благословит каждого из нас в этом делании. Я, конечно,
Очень надеюсь, что в этом обращении, в этом видеопослании, таком, знаете ли, видеопрограмме, я немного лишь коснулся праздника самого, собственно, Успения, но я думаю, что сделалось после вот всего вышесказанного многим из вас понятно, почему не надо молиться именно Марии или какому-то другому из умерших святых, а только лишь Господу Богу. Потому что в этом как раз именно и заключается, вот именно в многобожии таком некоем, знаете ли, заключается главный такой исторический грех не только православной церкви, вообще исторического христианства. Потому что не только у нас эта проблема в православии, ну, мы, думаю, чего греха таить, мы это понимаем, не только в православии, но и в католицизме. Крупнейшая в истории христианства деноминация католической церкви, это тоже сплошь и рядом, к сожалению. Знаете ли, бурьян, эти сорняки, эти плевелы многобожие проросли и до сих пор пышным цветом прорастают и растут. Но Господь 500 лет назад рукою Мартина Лютера, Кальвина, Цвингли, анабаптистов и прочих реформаторов, обновленцев, тогда, в далеком 16 столетии, начал обновление, начал реформацию. И вот уже 5 столетий продолжающейся вот этой непрерывной реформации исторического христианства, это знак свыше. Это на самом деле знак того, что сам Бог стучится в двери своей церкви. И Он говорил так в откровениях, Иисус Христос говорил так, что кто услышит голос Мой и отворит мне дверь, я войду к Нему и буду с Ним вечерить, и Он со Мною. И Он говорил, Иисус Христос, побеждающий наследует все. Слава Иисусу Христу. И о празднике Успения скажу, мне очень жалко, конечно, очень жаль, искренне жаль тех православных христиан, что в этом году и в прошлые годы молились и молятся Успению Богородицы, наивно полагая, что Богородица Мария является их заступницей усердной, Матерью Бога Вышнего, как поют, и что не имеют они иной помощи, иной заступницы, кроме нее, Владычицы. Но на самом-то деле это религиозная ложь, которая делают очень страшную работу. Люди, опьяненные этим дурманом, этой религиозной, такой, знаете ли, блевотины, как Иисус говорил, что пес возвращается на блевотину свою, то есть возвращается к ложным своим учениям. И, знаете ли, это ужасно, конечно, то, что дьявол изрыгал в церкви, то, что вот эта блевотина, которой питаются миллионы православных христиан, обманутых вот этой ложью, знаете ли, пришло время отойти от этих свиных корыт греха, лжеучений, пришло время вернуться в дом Небесного Отца, который простит нас, который омоет грехи наши, который усыновит, удочерит нас, который ведет нас в дом пира. И знамя его над нами – это любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И я хочу завершить эту видеопрограмму стихотворением, которое Бог дал мне однажды написать. Я не стихотворец, я не поэт, но иногда молюсь или обращаюсь в стихотворной форме к людям. И вот эти стихи. «Праздник Божьего покрова станем, братья, отмечать. Покровителя иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем, своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог Небесный, Он из праха создал нас, любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, что всех пасет. Матерь Господа Иисуса, не защитница тебе, нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров свой простирает лишь на тех, кто в мире свят, отступников карает, грешникам готов уж ад. Обратись, душа родная, в дом Отца скорее вернись, Бог готов грехи прощая, отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем брать отмечать, покровителя иного лучше Бога, кроме Бога не сыскать. Спасителю. Дорогие друзья,
друзья, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, я продолжаю говорить в этой второй программе о лжепразднике Успения Богородицы и о том, как нам быть православным христианам именно с этим празднеством и как нам покаяться, как нам освободиться от ложных учений. Дело в том, что этот праздник, праздник Успения Пресвятой Богородицы, как мы называем его часто, является именно ложным праздником, именно оккультным религиозным празднеством. На потеху бесам миллионы православных христиан совершают поклонение Богородице, так называемой. То есть Марию, Матерь Господа Иисуса Христа, называют люди Богородицей. Я в прошлой программе говорил, что это абсурдно. Это на самом деле Мария, Матерь Иисуса, она не могла дать начало Божеству Иисуса, а лишь человеческой плоти, человечеству Иисуса Христа. Поэтому она, как Библия говорит, не Богородица, а Матерь Господа моего, то есть Матерь нашего Господа Иисуса Христа. И сама Мария, именно просто Мария, Мария, Матерь Иисуса Христа, реальная, реальный персонаж Библии, величайшая из всех женщин, когда-либо живших на земле, которая сказала себе, что отныне будут называть меня счастливой все поколения людей. Так вот, сама Мария никакого отношения, конечно же, никакого отношения она не имеет к этому празднику. Дело в том, что реально в Слове Божьем, в Библии, как мы читаем о Богородице, как мы ее называем, о Марии на самом-то деле, о Матери нашего Господа Иисуса Христа, там нет никакого намека даже на подобное празднество, во-первых. А во-вторых, сама Мария, Матерь нашего Господа, она не давала повода для вот такого почитания, для такого, знаете ли, обожествления. Правда, в русскоязычном мире бытует такое ложное утверждение, знаете ли, именно русскоязычных христиан дьявол очень ловко обманывает, вокруг пальца обводит, знаете ли, через синодальный перевод, или как вот мы, семинаристы, часто называли и называют до сих пор, так, насколько я знаю, в семинариях, сильно да. Синодальный перевод, то есть синодальный перевод, вот так окрестили, очень метко, на мой взгляд, сильно дальний перевод. Но имеем то, что мы имеем на самом деле-то, и большинство русскоязычных читателей Библии до сих пор пользуются синодальным переводом. Я тоже, в принципе, чаще всего обращаюсь к синодальному переводу, потому что это популярнейший перевод в русскоязычном мире. Хотя есть уже и альтернативы. Перевод Кузнецовой и другие переводы, перевод современные переводы, новейшие переводы Библии на русский язык. Это очень хорошо, потому что люди могут на самом деле сверять эти переводы и иметь более полную картину, что ли, от Слова Божьего, что Библия говорит нам сегодня. Я рекомендую для православных христиан перевод, подстрочное издание, подстрочный перевод Библии Нового Завета под редакцией архимандрита Иоаннуария. Это замечательный человек, он традиционный православный священнослужитель, но большой знаток греческого языка, и очень грамотно, на мой взгляд, архимандрит Иоаннуарий, он сделал это издание. Потому что читатель современный русскоязычный, он может сегодня увидеть реальную картину Нового Завета, что же Библия реально говорит нам и говорила. И, конечно, слава Богу, что в этом подстрочном издании наконец-то открыта для русскоязычного православного человека открыта правда в том, что именно отныне будут называть счастливой Марию, с ее же слов, она Духом Святым это сказала, все поколения людей. В синодальном переводе говорится, отныне будут меня ублажать все роды. Все отныне будут ублажать меня все роды. Это славянский оборот, ублажать, знаете ли, был оставлен синодальными переводчиками в 19 столетии, я думаю, умышленно. Потому что слово ублажать уже тогда, в 19 веке, оно имело совершенно другое значение, нежели в средние века. Дело в том, что да и сейчас, вот скажи, ублажать Богородицу, какие ассоциации возникают сразу? Господа, интересно, а ты ублажал сегодня Богородицу? А ты вообще ублажаешь ее? А как ублажать? Позвольте, я не знаю. Ему говорят, ну как же ублажать? Ублажай, ублажай Марию, ублажай Богородицу. Каким образом? Вот молись ей, в смысле, ставь свечки, на колени становись, целуй ее иконы, молись к ней искренно. Вот это есть ублажение.
Ерунда на постном масле. Вообще, это на самом деле это откровеннейшая ересь, господа. Потому что этого нет в оригинале. И Мария, она не могла Духом Святым сказать, что отныне будут мне поклоняться, молиться, целовать мои иконы, мою пятку, значит, отображенную на камне, там, как в Почаве или где-то еще. Вы знаете, это все такой религиозный бред, который никакого отношения не имеет к Библии, к Слову Божьему, к Богу и к реальной Марии, к Матери нашего Господа Иисуса Христа. Я слышал уже неоднократно, что некоторые люди, которые были восхищены на небеса или переживали смерть и видели Марию, видели ее в слезах, плачущую, потому что она просто говорила, ну что же они делают там на земле, это ужасно, это кошмар, что они делают с моим именем, со мной. Если бы Марию сейчас воскресить и дать ей микрофон, и дать возможность ей выступить в наших храмах, монастырях, особенно, знаете ли, особенно в храмах, посвященных именно Богородице, допустим, Успенские соборы какие-то, знаете ли, значит, и дали бы слово Покровские соборы, что бы Мария сказала, или привели бы ее в западноевропейский мир, там храм Парижской Богоматери, какой-то еще храм, их очень много по всему лицу земли в честь Богородицы понастроили храмов. Так вот, и что бы сказала Мария, настоящая, реальная Мария? Конечно же, она не сказала, она бы никогда бы не одобрила, во-первых, то, что происходит сейчас. Она бы не сказала, ребята, молодцы, также поклоняйтесь, еще более истово поклоняйтесь мне, молитесь, я ваша заступница усердная, я буду за вас еще больше просить перед Богом, значит, там вообще на колени становитесь перед моими образами, целуйте, хоть до дыр зацелуйте и прочее, прочее. Конечно же, нет. Настоящая Мария, если бы ее воскресить и дать ей микрофон, она сказала бы, господа, что вы делаете? Покайтесь, друзья, доколе же это безумие будет продолжаться? Только лишь Христос, только Ему поклоняйтесь, Ему служите, Его чтите. Он за вас пролил свою кровь. Иисус Христос, не Мария, ее материнские страдания, да, они описаны, конечно, да, частично, это ужасно, что мы читаем в Писании, на самом деле оружие некое прошло ее душу, знаете ли, но ее материнские страдания не могли искупить даже ее самую. Ее личные грехи, не говоря уже о грехах моих, твоих, чьих-то еще, знаете ли, тем более 2000 лет спустя, это настоящий религиозный бред, он до сих пор продолжается, это ужасно, друзья мои, и надо покаяться нам, как можно скорее покаяться. Я в этом покаялся уже, господа, я очень Богу благодарен за то, что я покаялся в этом безумии, в этом религиозном, знаете ли, заблуждении еще в 1996 году, будучи традиционным тогда священнослужителем, жителем, священником, настоятелем храма Русской Православной Церкви Московского Патриархата в Брянской епархии. Я покаялся в этом грехе, и с тех пор, с того самого 96-го года, вот уже 15 лет, я не возвращаюсь, знаете ли, к этому греху. И с тех самых пор мне как отрезал, знаете ли, я не молюсь с тех пор ни Богородице, ни какому-то другому из умерших святых, там, ни ангелам не молюсь. Зачем оно мне надо? Ведь Иисус Христос за меня пролил уже святую кровь свою. И если я буду молиться кому-то еще, если человек православный, допустим, католический, верующий, молится кому-то еще помимо Господа, наивно полагая, что это есть его заступник, ходатай, посредник Богу, то он тем самым выказывает духовному миру свое полнейшее невежество, абсолютное невежество. Почему? Потому что Библия говорит прямо противоположно этому религиозному опыту, этому религиозному утверждению. Потому что сам Бог в Слове Своем сказал, Иисус сказал что? Написано в Евангелии от Иоанна, прочтите, откройте, да не поленитесь. В Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих написано, написано так, «Я есть путь». Истина и жизнь. И дальше Иисус Христос подчеркивает, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня, то есть через Иисуса Христа. Есть путь в небеса, есть путь к престолу Небесного Отца. Лишь Иисус Христос есть жизнь наша, Он есть воскресение наше, и Ему вся слава и хвала. Аминь. Друзья мои, братья и сестры, я хочу снова вернуться к празднику Успения, потому что, в общем-то, я хотел бы эту программу как раз вокруг этого праздника построить. Дело в том, что этого ложного праздника, потому что этот праздник не знали апостолы,
не знали первые христиане, первые столетия христианская церковь не знала вообще культа Богородицы, и слава Богу, слава тебе Господь, что это все было неизвестно первым верующим. Но потом, к сожалению, уже в конце 4-го, начало 5-го столетия, Богородичная эта ересь стала приходить в историческое христианство. И один из злых еретиков того времени, Кирилл, патриарх Александрийский, он на 3-м Вселенском соборе эту ересь не безуспешно, к сожалению, попытался внедрить в тело Христова. Знаете ли, это ужасная зараза, которая распространилась, знаете ли, выглядела вначале, может быть, как прививочка легкая, а потом просто-напросто заразила все тело Христа фактически. Мы читаем дальнейшее из истории христианства, видим страшную картину, что в средневековье фактически все христианство было так или иначе инфицировано этими страшными бациллами, этим заболеванием духовным, этой богородичной ересью. И, знаете ли, лишь 500 лет назад, лишь в начале 16-го столетия начался медленный, но верный процесс освобождения церкви от этого многовекового наслоения религиозного оккультизма. Лишь со времени Мартина Лютера, Кальвина, Цвингли, анабаптистов и других реформаторов, обновленцев 16-го столетия, когда началась великая такая реформация христианства, обновление мирового христианства, лишь тогда на самом деле свобода стала приходить и освобождение. Слава Богу! Дорогие друзья, конечно, хочется, чтобы и православный мир был освобожден от этой страшной ереси. Через 100 лет после Лютера патриарх Кирилл Лукарий, святитель Константинопольский, этот светильник Божий, он поднял знамя Великой Реформации на Востоке. Недолго была эта реформация в православном мире, но она была великой поистине. Потому что патриарх Кирилл, святитель Кирилл, патриарх Константинопольский в начале 17-го столетия стал утверждать, провозглашать в православном мире у себя в Константинополе, в тогдашнем Стамбуле уже, и по всему Востоку православному, что ни в ком ином нет спасения, что Иисус Христос один выполняет обязанности первосвященника, ходатая, посредника. И это, конечно, было как взрыв разорвавшейся бомбы. Знаете ли, многие просто-напросто думали, что такое, что случилось с нашим патриархом, с нашей верой православной. Но слава Богу, что Кирилл Лукарис, он до самой своей смерти мученической, он провозглашал истину евангельскую. В 1632 году его казнили по приказу султана турецкого. Но, знаете ли, со смертью этого реформатора не остановилось дело Божье. Для Слова Божьего нет уз и нет смерти, потому что Слово Божье пребывает вовек. И потом, в последующее столетие, время от времени, Господь говорил о себе, говорил об истине через некоторых своих служителей. И вот слава Богу, что в далекие 20-е, 30-е годы 20-го столетия, 80 лет назад тому, когда зарождалось обновленческое движение, то звучали, пусть еще робкие, но голоса за истину евангельскую, звучали голоса о том, что церкви должна православной освободиться от многих неправильных лжеучений. Хотя многие обновленцы тогда, к сожалению, думали, что достаточно ограничиться лишь половинчатыми реформами, знаете ли, лишь косметической реформацией, лишь подновлением церкви. И лишь как бы обрядово-богослужебная реформа, языковая реформа, не далее. Но, слава Богу, что были и те, кто осознавал, что без большой реформы вероучительной все это яйца выеденного не стоит. Вся эта косметическая реформа, это будет как стена подбеленная, которая вот-вот готова уже завалиться. Что нужен большой такой ремонт, перестройка, огромнейшая перестройка на самом деле. Слава Богу. Дорогие друзья, сегодня мы, православные обновленцы, уже 21-го столетия, на мой взгляд, должны сделать колоссальную работу, потому что сегодня нуждаются в освобождении миллионы душ, нуждаются в спасении через веру в Иисуса Христа. А что делать многобожие в церкви? Вот это культ Богородицы, других умерших святых и ангелов, как якобы посредников к Богу. Он уводит людей от Иисуса, он уводит людей от спасения. И спастись таким людям, обратиться к Богу очень-очень-очень тяжело. Спастись очень трудно таким людям.
людям. Но я обращаюсь к вам, дорогие друзья, если вы до сих пор молились Богородице или другим умершим святым, то я прошу вас, просто умоляю, покайтесь, примите Иисуса Христа как единственного и неповторимого Спасителя, Господа, первосвященника, ходатая, посредника, и пусть Бог благословит вас. Скажите такие слова: Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Царь, Ты мой Бог, и ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. Видеообращениях, видеопрограммах на эту тему, я, конечно, попытался раскрывать на основании Слова Божьего, истины Божьей, на основании именно Писания Священного, всю абсурдность и ложность этого лжепразднества. К сожалению, вынужден констатировать, что подавляющее большинство православных христиан, будучи обмануты многовековой религиозно-ложной пропагандой, молятся до сегодняшнего дня, к сожалению, молятся многим посредникам, якобы дополнительным ходатаем, посредникам к Богу. И, конечно же, особую грандиозную роль, вообще доминанта такой является в этом всем культе ложном, культ Богородицы. Сама Мария отводит большая роль самой Марии, матери нашего Господа и Бога Иисуса Христа. Господа, дорогие братья и сестры, к сожалению, до сих пор в православии традиционно мы видим, и не только в православии, конечно, мы знаем, что подобное вот это вот религиозное учение ложное существует и в католицизме. У наших западных братьев, к сожалению, такие же проблемы, как и у нас, и им не меньше приходится, знаете ли, сегодня работать над ошибками, и придется очень много каяться, но мы, думаю, должны подумать о своей деноминации. И прежде чем указывать нашим западным братьям путь покаяния, мы должны сами пройти этим путем. И, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, как православный обновленец, как реформатор, я, конечно, очень много говорю последние эти годы, особенно о необходимости больших реформ, вероучительных, обрядовых, богослужебных реформ в православной церкви. И в нашей юрисдикции, а именно в Украинской реформаторской православной церкви, конечно же, у нас не принято молиться кому-то еще, помимо Господа. И многие православные христиане, греко-католические христиане, приходящие к нам в гости на служение, допустим, в наши собрания, в наши храмы приходя, они удивляются, обращаются к нашим священникам с такими вопросами. Да ко мне сколько раз обращались тоже люди с такими же вопросами, к примеру, а почему у вас нельзя, допустим, молиться, почему вы вообще не молитесь вообще Богородице, почему вы не обращаетесь к ней, она же Матерь Господа, она же Богородица, она же заступница усердного народа христианского и прочее, прочее, прочее. И я, и также другие священнослужители нашей юрисдикции, мы, конечно, стараемся как можно более деликатнее, но однако же очень четко и понятно объяснять людям всю нелепость этого культа Богородицы и святых, что никакого отношения, я каждый раз говорю и подчеркиваю это, кстати, что никакого отношения к православию этот культ не имеет вообще. Это скорее даже кривославие, нежели православие. Знаете ли, правильно славить Бога, ортодоксия, на мой взгляд, это то, что должно соответствовать Божьим стандартам, Божьему Слову, знаете ли, в духе и в истине, но не вот эта мерзость оккультная, которая до сих пор выдается за православие. И на мой взгляд, человек, молящийся кому-то помимо Господа, той же самой Богородице,
тем же там другим умершим святым, знаете ли, как посредником к Богу, или ангелам, наивно полагая, что они тоже будут посредниками, ходатаями за нас. Знаете ли, такой человек, он не достоин называться православным. Это скорее кривославный какой-то лжехристианин. По-настоящему-то сегодня нам нужно очень сильно покаяться в этом, очень сильно, потому что, знаете ли, мы согрешили очень сильно. И я говорю, мы в первую очередь, наверное, священнослужители, потому что, ну, опять-таки, чего греха таить, есть права, народная поговорка, говорящая, каков поп, таков и приход, знаете ли, это правда, это очень метко замечено уже многими поколениями православных христиан, что очень важен человеческий фактор, кто есть священник. Если Иисус говорил так, что если слепой ведет слепых за собой, да, если он поводырем становится, как бы вот заведет за собой слепых людей, то попадают все в яму. И вот такая же история у нас. То же самое у нас сегодня, на мой взгляд, в православии, в традиционном православии. И, знаете ли, не только в православии, конечно, это касается больше или меньше, ну, всего христианства. Сегодня реформация нужна, конечно, не только нам, православным, но и вообще христианам в целом, мировому христианству. Только в каждой деноминации, допустим, у католиков, протестантов, она по-разному выражается. Некоторым церквям, допустим, уже... Не надо делать то, что требуется как раз первоочередную нам сделать, православным. Допустим, протестантам нет смысла говорить, чтобы они не молились только лишь Господу. Они так это делают. Слава Богу, уже 5 столетий фактически евангельские церкви, протестантские церкви это делают. Кстати, некоторые мои коллеги, вчерашние друзья, я бывший традиционный православный священник, трудился, я говорил об этом в прошлых программах, трудился раньше я в традиционной русской православной церкви Московского патриархата, был священнослужителем, с 88 года начал свой трудовой стаж в русской православной церкви, с 91 года уже был священником, и до самого 96 года я проработал как священнослужитель, служил в Рязанской и в Брянской епархии. А как чтец, пономарий, как алтарник, как хором руководил также, в принципе, в Орловской и тогда Орловско-Брянской и Московской областях. И вот тогда, будучи традиционным православным священнослужителем, я, конечно, молился кому попало. Это мне до сих пор больно вспоминать. Я молился и Богородице, и Серафиму Саровскому, и Сергию Радонежскому, и прочее, прочее, прочее. Список это десятки, сотни даже имен, знаете ли, больших и малых, известных и почти неизвестных имен. Но так поступали тысячи моих коллег и миллионы других обманутых, как и я, православных христиан. Но в 96 году я покаялся в этом. И почему я об этом вновь вспоминаю? Потому что я надеюсь, что эту видеопрограмму будут смотреть не только православные христиане, не только прихожане храмов, монастырей, но также и священнослужители. Я очень надеюсь, что с помощью этой видеопрограммы также я могу достучаться до сердец моих коллег, священников, диаконов, священников, епископов православной церкви Московского, Киевского патриархата, автокефальной церкви, других юрисдикций православных, истинно православной церкви, других православных юрисдикций, старого и нового обрядов, трудящихся на территории бывшего безбожного Советского Союза, в русскоязычном мире, потому что с нас начнется спрос в первую очередь. Время начать суду написано с Дома Божьего. И недаром Господь Иисус Христос, когда Он давал послание к церквям, Он говорил так, помните ли, 7 коротких посланий во 2-3 главах книги Откровений, Он говорил так, ангелу церкви скажи так, напиши так ему. Почему ангелу церкви? Это не именно ангелу с крылышками, нет, как это именно служителям, именно, будем так говорить, пастору, именно, скажем так, патриарху или папе, или значит, митрополиту, кардиналу, то есть как бы лидеру, старейшине. То есть напиши, скажи это именно лидеру церкви, потому что рыба гниет не с хвостика, мы это знаем, да? Прекрасно знаем, что рыба гниет с головы, с нас вся эта мерзость идет. Если, я скажу так, если священнослужитель, если он не слепец, если он, знаете ли, не подлец какой-то, если он не невежда, если он грамотный христианин, если он ищет Господа, если он открывает для себя Слово Божье, если он искренен во взаимоотношениях с Богом, он буквально по-хорошему заражает этой искренностью своих прихожан. И если он не слепой, а знает Бога, знает, в кого уверовал, и не
не гадает на кофейных гущах, как он, как ему спастись там, и спасет ли его Бог или не спасет его душу грешную. А если он знает, что он спасен, если он знает, что он пережил уже спасение свое, возрождение, если он знает, в кого уверовал и что идет на небеса, то я 100% уверен и знаю это из своей практики, из практики других священников, он правильно укажет путь спасения своим посомам, своим прихожанам. Потому что каков поп, таков и приход, господа. Так вот, дорогие братья и сестры, если, скажу, слово я говорю часто, реформация для христиан православных, то для священников это наипачево. Это вообще, это, скажу, это самое важное. И, дорогие братья, сестры, если вы несете какое-то служение в храме, даже самое незначительное, на ваш взгляд, служение, если даже вы в вашей епархии самый незаметный или в вашем приходе вы делаете очень небольшую совершенно работу, я прошу вас просто молитесь за реформацию церкви православной. Вашу молитву Бог слышит и видит ваше сердце. И если вы тем более священнослужитель, если вы диакон, священник, епископ, митрополит, если вы занимаете тем более ключевую какую-то позицию в церкви, то знаете ли, братья, я скажу так, что лучше сейчас, пусть будет стыдно, покаемся, давайте перед Богом, чем потом всю вечность локти кусать. Лучше сейчас, знаете ли, пусть немного будет, конечно же, даже много будет стыдно, потому что каяться придется не только за личные наши грехи, а вообще, я имею в виду за грехи церковные, то, что мы как церковь набедокурили, совершили много мерзости, к сожалению, и за культ Богородицы, я думаю, будет отдельная молитва покаяния, отдельная молитва отречения, она должна быть обязательно. И знаете ли, для чего это? Чтобы людям показать правду, пока они молятся Богородице, пока они молятся другим умершим святым, им никогда не выпутаться из сетей религиозного культизма, никогда, ни за что, ни под каким видом им не спастись на самом-то деле, потому что они будут наивно полагать, эти люди, и полагают сейчас, что вот за них Мария заступится, за них какой-то святой помолится, что вот их молитвы Бог слышит, якобы, знаете ли, а наши не слышат. На самом-то деле Иисус говорил так, что прежде нашего прошения Отец уже все знает прекрасно, Ему не нужно в многословии все это разъяснять, Он прекрасно, Он в курсе всех наших происшествий и событий. И есть, как написано в первом послании к Тимофею, это же пасторское послание, знаете ли, нам это, пастырям, это очень важно знать. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 5 стихом написано: «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, между Богом и всеми людьми». И кто это? Угадайте с первого раза. Это Иисус Христос. Это Иисус Христос. Не Богородица, не какой-то святой, не ангел, только Иисус Христос. Аминь. И написано, что Он предал Себя для искупления всех. Ему вся слава. Он был послушен до смерти и смерти крестной. Дорогие друзья, в первую очередь, конечно, священники, братья, сопастыри, трудящиеся на ниве Божьей, если нам верены души людские, знаете ли, как пастырям, за наших посомок мы тоже несем ответственность. И если священник, он не знает пути спасения, сам не пережил возрождение, спасения, то он не может указать правильно пути спасения. Иначе получится это слепец, который слепорожденный, и он будет рассуждать о красоте неба, значит, зелени, о красоте этого мира окружающего, о цветах. Можно много говорить такому человеку, но сам он на самом-то деле не знает, о чем говорит. И нам надо вкусить, как благ Господь, блажен человек, уповающий на Него. И, дорогие друзья, я думаю, что культ Богородицы, и вот в особенности праздник Успения Богородицы, это то, что приносит большие проклятия на нашу жизнь, на наши страны, и вот на Украину, на Россию, Белоруссию, другие страны бывшего безбожного Советского Союза, и в русскоязычный мир вообще в целом. Ведь я знаю многих славян, русских, украинцев, белорусов, проживающих в других странах мира, в США, в Австралии, в Африке, они также молятся,
Богородице, Богородице. Не видя в этом ничего предосудительно плохого, но это грех, большой страшный грех. Пришло время покаяться в этом грехе, пришло время оставить этот грех, пришло время молить не Богородицу, не какого-то святого, знаете ли, древнего или нового, новоиспеченного, знаете ли. Это процесс канонизации, это настолько мерзкое учение, это настолько мерзкое происшествие в церкви. Ведь до сих пор, знаете ли, на смену уже устаревшим святым, которым уже, может быть, малоэффективным святым, знаете ли, которым мало молится, чтобы оживить религиозную жизнь, знаете ли, вместо того, чтобы покаяться, предлагают новых и новых святых в каждом поколении. Это ужасный процесс, это безумие, оно продолжается по сей час. До сих пор, знаете ли, людям предлагают все новых и новых святых. И о чем это говорит? О большой бездуховности, о той пропасти, которой ненасытимости, которую нельзя насытить, нельзя завалить эту пропасть ничем абсолютно, никаким мусором, а лишь эту бездну можно бездной Божьего милосердия, Божьего слова заполнить. Бездна бездну призывает, и лишь Господь Иисус Христос может нас спасти, лишь Он может быть нашим ходатаем, посредником, первосвященником, и только лишь в Нем наше спасение, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу! Конечно, в первую очередь я буду говорить о лжепразднестве, так называемом Успении Богородицы. На мой взгляд, это одно из самых оккультных таких, знаете ли, празднеств в православной традиции. К сожалению, как вот православный обновленческий священнослужитель, я вынужден факт констатировать, что для православных многих христиан и для тысяч священнослужителей, знаете ли, этот праздник является святыней особой. И я понимаю, что, конечно, затрагивает чьи-то религиозные сейчас чувства. Я сам был когда-то священником традиционной русской православной церкви Московского патриархата, и я понимаю, что освободиться из своей практики, это знаю, из своей жизни знаю, что освободиться от культа Богородицы очень и очень сложно. Сегодня, как вот православный обновленческий священнослужитель, я хотел бы помочь моим братьям и сестрам, православным христианам традиционных православных таких юрисдикций, как, допустим, Московский патриархат, Киевский патриархат, Автокефальная церковь украинская, Истинно православная церковь, Старобрядческие православные церкви, других юрисдикций православных, освободиться от, знаете ли, этой многовековой религиозной ложной пропаганды, освободиться от этой многовековой религиозной лжи. И как же это нам сделать, дорогие друзья? Как можно вообще освободиться от какого-то заблуждения? Как нам определить, что это является заблуждением или нет? Написано у евангелиста Иоанна в 8 главе, 32 стихе, слово, сказанное самим Иисусом Христом, сказано так: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть через познание истины мы обретаем настоящую свободу. И Иисус сказал так, записано у евангелиста Матфея, 22 глава, 29 стих, записано так: «Заблуждаетесь, он говорит саддукеям, не зная Писаний, ни силы Божьей». То есть заблуждение происходит из двух источников. Первое – это незнание Писания, второе – незнание силы Божьей. Нам, господа, чтобы не заблудиться, необходимо знать Слово Божье и познавать личностного живого Бога. Это очень важно. И, дорогие братья и сестры,
Почему я, говоря о культе Богородицы, допустим, утверждаю, что праздник, или как я его называю, лжепраздник, Успение Богородицы является самым таким оккультным праздником? Дело в том, что на самом-то деле это праздник действительно лжепраздник. И он является именно оккультным, потому что оккультизм, это, а вообще путь оккультизма для христиан, это любая попытка войти в духовный мир помимо нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он один является той дверью, Иисус Христос, которой мы можем войти в реальный духовный мир Божий. Не с черного хода какого-то, знаете ли, в демонический духовный мир, а в Божий духовный мир, в Божье присутствие. А сам Иисус Христос об этом очень четко и ясно сказал однажды. Записано у евангелиста Иоанна, 14 глава, 6 стихом написано: «Я есть путь, истина и жизнь». И он подчеркивает дальше: «И никто, говорит, не приходит к Отцу, как только лишь, говорит, через Меня». Через Иисуса Христа лишь есть вход в Царство Небесное. Есть лишь через Иисуса Христа вход в Божье пространство, это в Божье Царство, в присутствие всемогущего Бога. Лишь через Иисуса Христа мы можем прийти к престолу милости, к престолу благодати, к престолу нашего Небесного Отца, самого Святого Бога. Лишь через Иисуса Христа. И поэтому Библия учит нас, Божье Слово, Божье Откровение учит нас и здравый смысл, потому что первые апостолы так и поступали. И первые христиане, поколение первых христиан также и поступало. Молились к Богу, молились к Небесному Отцу и говорили: «Абба, Абба, Отче», и говорили: «Во имя Иисуса Христа». И сам Господь Иисус дал нам уникальную молитву, и мы ее часто провозглашаем и в личных молитвах, и в церковных, и говорим: «Отче наш, Отец наш, который на небесах, да святится имя Твое». И мы часто молимся и в личных молитвах, и в церковных молитвах, и говорим: «Во имя Иисуса Христа, Отец, прости нас, благослови нас». И это на самом деле угодно Богу, это святой путь. Иисус говорил, что уверуют в Меня, как сказано в Писании. Не просто поверить в Бога, а надо так поверить, как сказано в Писании. В другом месте говорится, что дети, имейте веру Божью, говорится. То есть мы должны иметь веру Божью, святую веру Божью. Знаете ли, не ложную веру, не какую-то обманную веру. Я раньше был в такой ложной вере. Сейчас я в вере истинной. Почему я так утверждаю? Потому что раньше моя вера была плохой верой. Потому что моя вера была, она состояла, знаете ли, не из откровения от Божьего Слова, не от Библии. Она состояла из человеческих вымыслов, преданий, демонических всяких оккультных откровений, которые даны были многим отцам древности. Но сегодня моя вера правильная. Почему? Потому что моя вера, она основана на Божьем Слове, она основана на Божьем Откровении, она основана на Иисусе Христе, потому что сам Иисус, Он мой Господь и Спаситель и Бог, и Он стал основанием моей жизни отныне и на века. Слава Иисусу Христу! И я очень хочу, и в этой программе, это уже четвертая программа подобная, я хочу очень помочь православным христианам, в первую очередь, конечно же, священнослужителям, моим коллегам, друзьям и Московского патриархата, и Киевского патриархата, и других юрисдикций старого и нового обрядов, помочь выпутаться из этой трясины, помочь выйти из этой сети. Пусть, как сказано в псалмах, сеть будет расторгнута, и мы избавлены. Слава Иисусу Христу! Если говорить, знаете ли, уже детально, практически, то лично мне очень тяжело было освободиться от культа Богородицы и других умерших святых, и ангелов, но, наверное, больше всего от культа Богородицы. Почему? Потому что, наверное, в моей практической молитвенной жизни, как и в практической молитвенной жизни таких религиозных, других православных христиан, и в особенности священнослужителей, культ Богородицы занимал, ну, самую, наверное, такую доминирующую роль. В практической молитвенной жизни, даже по времени взять, больше половины времени, моего молитвенного времени, было обращено к Марии, к Богородице. И это было раньше в моей жизни, это было до самого 96-го года, когда
однажды меня, тогда традиционного священника Русской Православной Церкви Московского Патриархата, потрясло откровение от Божьего Слова. Потрясла вера апостолов, которые утверждали, что лишь Иисус Христос есть Спаситель. Он есть путь, Он есть Целитель. Лишь Иисус Христос. Только Иисус является посредником, ходатаем Нового Завета, первосвященником, и ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Это вера апостольская, это вера правдивая, правильная вера, все остальное ложное, никчемное, демоническое, человеческое, какое угодно, но не истинное. Потому что на небо нет других путей, кроме того, который сам Бог дал. Только Иисус Христос. Только Он, поверьте, друзья. Многие, знаете ли, традиционные православные священнослужители, мои вчерашние коллеги, даже говорят: о, ты, видимо, общался с протестантами и сам стал протестантом. Харизмат ряженый, там, или как-то еще называют меня часто. Я даже не запоминаю этих всяких слов оскорбительных и так язвительных. Но я часто говорю моим братьям следующее. Говорю: знаете ли, господа, говорю, братья, позвольте, хорошо, я протестант, да, я православный протестант, получается, интересно. Что-то новая какая-то юрисдикция получается, что ли. Но неважно. Дело-то не в названиях, а в самой сути. Позвольте, говорю. Но еще Лютер не родился, когда реформация началась? В 16 столетии. Лютер родился, Кальвин, Цвингли, конец 15 столетия, конец эпохи там, Ренессанса, Возрождения. Но еще Лютер не родился, ни Кальвин, ни Цвингли, ни кто-то еще из реформаторов 16 столетия, когда протестантизм, собственно, появился. Но эта вера, она была уже ведь. Вся гениальность Лютера, Кальвина, других анабаптистов, там, других реформаторов 16 столетия была в том, что они не стали выдумывать велосипед, они не стали изобретать снова то, что уже было дано однажды на века. Они просто-напросто взяли и вот эту веру старую, древнюю веру, истинную, апостольскую, Христову веру, они просто взяли и реанимировали, они просто стали ее возвращать в церковь, они просто стали ее как бы вновь возвращать людям и говорить, что позвольте, это уже написано в Писаниях, это уже, знаете ли, это не просто там что-то Папа придумал или соборы, или нет, это сам Господь Иисус Христос, Он дал нам эту веру, и позвольте, зачем нам, знаете ли, изобретать что-то новое, реформация, вообще-то, господа, это не выдумывание чего-то нового. Реформация – это возвращение к хорошо забытому старому. Реформация – это возвращение к истокам, к основанию. И, знаете ли, пришло время и нам, православным христианам, каяться. Пришло время изменяться. Пришло время возвращаться в дом Небесного Отца, к основанию, которое есть сам Иисус Христос. Дорогие друзья, мы должны это сделать. В особенности священнослужители должны обязаны просто, потому что каков поп, таков приход. Потому что если поп молится сидя, прихожане молятся лежа, правы, 100 раз правы наши русские древние пословицы. Потому что с нас, с людей в ряса, с крестами по ногами на груди, люди от нас ждут откровения, ждут Божьего Слова. И очень часто даже, допустим, вот русские, украинцы, другие, белорусы, допустим, свое пьянство оправдывают так: а, батюшки пьют, они ведут себя так, и нам, значит, можно. Но знаете, если слепые ведут слепых, они попадают в яму, в преисподнюю. И, господа, там уже поздно будет всю вечность локти кусать. Сейчас время еще есть, пока поезд не ушел, пока еще дыхание есть в твоих устах. Ты можешь сказать: Богу, прости меня, Господь. Я покаялся однажды так, я сказал: Бог, прости меня. Я сказал, что я отрекаюсь от культа Богородицы, другим умершим святым. Я просто поклялся, побожился, говорю: Господь, пожалуйста, я не возвращусь на блевотину. Я не больше никогда в жизни не буду молиться ни Богородице, ни другому умершему святому, и ни ангелу. Все, нет, для меня никого нет, других путей не существует вообще. Только Иисус Христос, только Иисус есть мой ходатай, посредник, первосвященник. Все. И слава Богу, что это произошло в моей жизни. Слава Богу, что, знаете ли, как отрезало это все. Я просто сказал так, что во имя Иисуса я отрекаюсь от дьявола, отрекаюсь от всех его бесов, отрекаюсь во имя Иисуса от всякого служения оккультного, во имя Иисуса Христа. И, знаете ли, и
помогло. Господь благословил меня тогда. Господь просто-просто взял и удалил этот грех от меня. Слава Богу. И вот уже 15 лет я свободен от этого оккультизма религиозного. И не молюсь. Бесы вышли из меня. Я не молюсь с тех пор ни Богородице, ни другим умершим святым. Потому что, братья, позвольте, я скажу одну истину очень важную. Запомните, пожалуйста. Когда мы, я или ты, если мы, православные христиане, молимся, допустим, Богородице или какому-то из умерших святых, мы молимся не Богу, мы обращаемся не к Богу, небо закрыто, потому что лишь имя Иисуса открывает небо, потому что лишь Иисус является первосвященником в небесах, потому что лишь Иисус Христос является ходатаем первосвященником. Но сам Иисус говорил так, что Он есть дверь, открытая для овец, но Он сказал так, что перелазающий инде, другим путем хотящий войти в царство, это путь вора и разбойника. Неужели мы в рясах с крестами по ногами на груди, священнослужители, воры и разбойники? Да, вертеп разбойников совершили мы. Мы сделали из церкви просто-напросто вертеп разбойников. А должно быть по-другому. Должен быть дом молитвы, а не вертеп разбойников. Как же нам стать домом молитвы? Давайте вернемся к основаниям. Давайте скажем: Иисус, Ты Господь. Иисус, Ты есть Царь. Иисус Христос, ни в ком ином нет спасения. Ты, Иисус Христос, Ты наш Господь. Исцели нас, освободи нас. И, дорогие друзья, пусть эта христоцентричность, она спасет нашу церковь, нашу деноминацию. Пусть сегодня миллионы православных христиан обратятся к Богу со словами покаяния. Если вы еще не обращались к Богу с такими словами, скажите прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, скажите: Иисус Христос, Ты мой Спаситель, ни в ком ином нет для меня жизни, спасения и пути. Ты есть единственный и неповторимый. Я Тебя люблю и благодарю Тебя за все. Прости меня, очисти, освети. Живи во мне, царствуй во мне, Иисус, Господь, Бог и Спаситель. Аминь. В этой уже пятой видеопрограмме говорить о культе Богородицы и в частности о таком лжепразднике, каким является Успение Богородицы. К сожалению, на сегодняшний день, я говорил об этом в прошлых четырех программах очень детально, молятся многие православные христиане, миллионы православных христиан, и тысячи священнослужителей молятся к Богородице, молятся к Марии, к Матери Иисуса Христа, называя ее Богородицей, наивно полагая, что она является заступницей усердной рода христианского. Это все, конечно же, ложная религиозная пропаганда. В прошлых программах я очень говорил детально о том, что это лжеучение, оно противоречит не только здравому смыслу, оно противоречит вообще Священному Писанию, Божьему Откровению, потому что кроме Бога никто не сможет нас спасти, лишь к Богу Давид говорил, что Ты покров мой, ни к Марии мы можем обращаться, ни к кому-то еще как к покрову, а лишь к всемогущему Богу нашему, к нашему Небесному Отцу во имя Иисуса Христа. И, дорогие друзья, конечно, я тоже свидетельствовал о том и говорю всегда о том, что я некогда раньше тоже молился Богородице, и как православный священнослужитель, сегодня я говорю как реформатор, как обновленец уже, обновленческий священнослужитель православный, я говорю, что мы должны молиться только лишь к Богу, не кому-то еще, не к умершим святым, Марии и другим умершим святым, а не к ангелам, а лишь к Богу, лишь Иисус Христос является ходатаем, посредником, первосвященником Нового Завета. Дорогие друзья, но немного о самом празднике Успения Богородицы. Дело в том, что этот праздник, лжепраздник, был выдуман, видимо, с целью отвлечь людей от поклонения Богу, потому что Марии стали приписывать все то, что сделал для нас Иисус, потому что этот праздник говорит нам якобы, что Мария воскресла. Хотя в православном мире, конечно, нет такого догмата, в отличие от западноевропейских наших братьев-католиков, у которых такая проблема существует уже. После Второй мировой войны католическая церковь
Папа Римский, используя совершенно такой ложный, конечно же, догмат о непогрешимости Папы в вопросах вероучения. Слава Богу, мы не дошли до такой глупости, но однако же у нас тоже проблем полный короб. Знаете ли, объявили западноевропейские католики, что якобы Мария, она воскресла из мертвых и вознеслась на небеса. В православии такого догмата нет, конечно, с одной стороны. Но с другой стороны, проблем не меньше. Почему? Потому что католики хотя бы честно все сказали, во что они верят, пусть это ложная вера, да, она там оккультная, демоническая, но, по крайней мере, они честны. Они признали, да, что Мария воскресла там, они в это верят и обязали всех католиков по всему свету белому в это верить. У нас в православии в этом бардак вообще. С одной стороны, я говорю, догмата такого нет. В принципе, любой православный христианин может покопаться в богословской литературе и найти, да, что такого, такой доктрины нет. Ни соборы вселенские, ни поместные не решали ничего подобного и не принимали таких догматов. Но с другой стороны, под влиянием, опять-таки, католической, тогда отступнической церкви, значит, еще в средние века многие лжеучения приходили и в православный мир, на восток, к схизматикам, как они раньше нас называли. Так вот, и что интересно, мы, православные, научились многим мерзостям, многим таким ересям, заблуждениям. И, к сожалению, культ Богородицы, наверное, был, наверное, самым таким мерзопакостным, чему мы научились вообще. Дело в том, что культ Богородицы, он вообще противоречит здравому смыслу и Писанию, потому что отвлекает людей от Бога, и к верующих не к Богу адресует, а уже к Матери, Матери Божьей, как бы. Хотя Мария, я это говорил еще и в первых программах, что Мария, она не могла дать начало божеству Иисуса, а лишь человечеству Иисуса Христа. Она родила не Бога Иисуса, а человека Иисуса. Божество Иисуса, оно от века сущее. Сам о себе сказал он так, от века сущее, как и говорю вам. Он сказал, я и Отец одно. Прежде он сказал не то, чтобы Мария, даже Авраам, прежде чем был, я уже был, уже он говорил. И поэтому даже само наименование Марии, матери нашего Господа Иисуса Христа, наименование ее Богородицы, это уже нелепость, уже, честно говоря. И я сам время от времени тоже себя ловлю на том, что я называю ее Богородицей, хотя это неправильно, конечно же, в согласии со Словом Божьим и здравым смыслом. Но вообще-то праздник Успения – это, наверное, вообще шедевр религиозного такого, значит, мифотворчества. И все, что связано с культом Богородицы, это все... Скажу, это плод средневекового такого мифотворчества, которое до сих пор дает о себе очень широко знать. Да не надо далеко даже ходить. Вообще-то на Руси, Киевской, Московской, Владимирской, неважно, на Руси именно такие самые большие, великие храмы обычно, да, и назывались даже, назывались Успенский собор, там Успение, в честь Успения, или же в честь вообще других икон Богородицы, или же в честь праздников, событий жизни как бы Богородицы. Но вообще-то это, конечно, большое недоразумение. Сама Мария, она никакого спасения не может дать. И вот это вот напрасно мы поем, очень сильно напрасно. Ну, я уже это не пою, правда. Я уже 15 лет не пою таких вот псалмов, таких песнопений, таких молитв. Но раньше я тоже пел, как и миллионы других православных христиан, и как тысячи моих коллег, священников православных, я пел «Пресвятая Богородица, спаси нас» и прочее, прочее. То есть «Пресвятая Богородица, спаси нас». Здесь как бы сразу три каких-то ереси непонятных. Во-первых, «Пресвятая». Что значит «Пресвятая»? К Богу мы обращаемся святой, а это получается «Пресвятая». Это уже какая-то ересь непонятная. Во-вторых, «Богородица». Я уже говорил, да, разбирал, что это является само наименование нелепостью и ересью. А третья нелепость и третья ересь откровеннейшая – «Спаси нас». Что значит «Спаси нас»? Как понять «спаси нас»? От кого спаси нас? От чего спаси нас? Кто спаси нас? Ерунда абсолютная. Никто не может нас спасти вообще, кроме Бога Святого. Ни в ком ином нет спасения, написано. Апостолы сказали очень четко и ясно. Думаю, для нас, сегодняшних верующих, христиан, знаете ли, православных, католических, протестантских, неважно каких, ну, христиан. Для нас, христиан уже 21 столетия, это должно быть аксиомой, не теоремой, знаете ли, которую нужно еще там, ну, доказать, мол, а мало ли, что это имеется в виду вообще-то. Нет, это аксиома. Апостолы понимали это буквально. И говорили очень прямо, все этой религиозной мафии говорили, ни в ком ином нет
спасение, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Только Иисус Христос, Он открывает глаза слепым, Он спасает грешников, Он выводит измученных на свободу. Только в Нем спасение и жизнь. Господа, Иисус Христос, больше того, не просто сами апостолы, а сам Иисус сказал так. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. И он подчеркивает, никто не приходит к Отцу, только лишь через меня, через Иисуса Христа, друзья мои. И сегодня, 2000 лет спустя, открытые врата Царства Божьего. Добро пожаловать в Царство Небесное, добро пожаловать в Царство Божье. И Иисус Христос пролил свою кровь за тебя и за меня. И Иисус Христос воскрес для нашего оправдания. Слава Ему, слава Иисусу Христу. Друзья мои, и причем здесь Богородица, причем здесь святые, причем здесь преподобные мученики, причем здесь ангелы. Никто из них не сможет ничегошеньки сделать для нашего спасения. И не мог, и не может, и не сможет никогда. Потому что один Спаситель – это Господь Иисус Христос. Давайте верить в Него, давайте призывать Его святое имя. Досадно, конечно, что до сих пор очень много красивейших храмов наших по всей Руси-матушке называются в честь ангелов, в честь святых умерших, в честь Богородицы, но все-таки отрадно, чтобы и хочется таки, чтобы храмы наши, они носили имя Иисуса Христа. Это достойно. Он достоин этой славы. Он достоин, чтобы самые красивые храмы именовались Его святым именем. Слава Богу! И я очень рад, что в Москве самый главный храм, большой, самый храм православный, он так и назван. Храм Христа Спасителя. Слава Тебе, Господи, что вразумились люди, что назвали таки главный храм Руси именно Христа Спасителя храмом. И мне очень радостно того, что именно в этом храме Христа Спасителя в 1923 году началось наше движение, обновленческое православное движение. Именно ведь в этом храме был центр православной реформации в далекие 20-е годы. И, в общем-то, это очень важно отметить, что именно в храме Христа Спасителя, ни Успения Богородицы, ни какого-то святого, ни ангела, а в храме Христа Спасителя были эти заседания, и провозглашалась истина, что нам, православным христианам, пришло время покаяться, пришло время освободиться, пришло время измениться, и Бог благословит православную церковь реформацией, обновленчеством. Слава Иисусу Христу! И, господа, дорогие братья и сестры, хочется, чтобы в этой программе и в других, в предыдущих программах, чтобы православные христиане, миллионы православных христиан получили бы освобождение, освобождение, спасение, жизнь вечную. Вы можете, допустим, к примеру, всю жизнь промолиться, на коленях простоять перед иконой Богородицы и взывать: «Пресвятая Богородица, спаси меня», или к какому-то святому обращаться и говорить: «Святой, моли Бога обо мне», и даже на миллиметр не приблизитесь к спасению, даже на сантиметр, даже на крошечный, на дюйм не приблизитесь к спасению. Но если вы призовете имя Господа Иисуса Христа, это спасение. Вы моментально, прямо сейчас входите в Царство Божье. Вам открывается прямо сейчас врата небесные. Когда мы говорим: «Во имя Иисуса, Отец, я обращаюсь к Тебе, прости меня», небеса отверзаются, небеса открываются, ангелы ликуют, и вы спасены, потому что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу и Спасителю. Пусть Бог благословит вас. И я думаю, что пришло время покаяться, помолиться молитвой покаяния. И я думаю, что в сердцах очень многих моих телезрителей сегодня, сейчас уже готова вот эта молитва, созрела. И давайте вместе помолимся, давайте вместе призовем имя Господа Иисуса, хорошо? Во-первых, нужно признать себя грешником. Да, мы все согрешаем, ошибаемся, делаем ошибки, неправильные поступки, грехи, неправды. И любой нормальный человек, конечно же, понимает, что он грешник, но это одно. Признать себя грешником, раскаяться – это одно. Иуда тоже раскаялся, Искариотский, но он лишь раскаялся, но не покаялся и удавился. Но нам нужно не только раскаяться в грехах, нам нужно поверить, что Бог, Он любит тебя и меня, Он любит нас, и Он отдал Сына Своего за нас, Иисуса Христа, на крест Голгофский, на распятие.
Помни, Иисус Христос умер за тебя лично, за меня и за тебя, за всех нас. Помни, что Иисус Христос, Он любит тебя, Он, взирая на тебя, Он пролил свою кровь. Веря в тебя, Он воскрес из мертвых, чтобы непрестанно быть ходатаем за тебя и за меня. Слава Иисусу Христу. Очень важно это осознать. Не просто верить, знаете ли, что Иисус умер за грехи наши. Да, Он умер за грехи наши, твои, мои, за всех нас, да, Он умер за тебя и за меня, но Иисус Христос, Он умер лично за тебя, лично за меня, лично за каждого из нас. Потому что нельзя нам прятаться за ширму коллективной безответственности. Необходимо понять, осознать личную, персональную ответственность перед Богом. И давайте помолимся, то бишь поговорим с Ним, обратимся к Нему сейчас. Со словами покаяния, если вы знаете, что вы грешник, и теперь вы знаете, что Бог есть таки на свете, и Он любит нас, и Он отдал Сына Своего за нас, и верите в Иисуса Христа, как в Спасителя Своего, пролившего за вас свою святую кровь, и воскресшего, воистину воскресшего из мертвых, то помолитесь такой молитвой, и будете спасены. Помолитесь к Богу, примерно так, можете повторять за мной, но важно, чтобы это было от сердца вашего сказано. Давайте скажем так. Отец мой небесный, Бог святой, прости меня. Я прихожу к тебе во имя Иисуса Христа с верой, что ты отдал Сына Своего за меня. Иисус Христос, ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Иисус Христос, ты пролил за меня святую кровь, и ты воскрес для моего оправдания. Прости меня, води мое сердце, живи во мне. Скажите Богу, Господь, очисти меня, обнови меня, освети меня. Я благодарю тебя, скажите, это очень важно, скажите так, я благодарю тебя, мой Бог, что ты услышал меня и простил мои грехи все. И еще скажите так, во имя Иисуса я отрекаюсь от дьявола, отрекаюсь от греха, от болезни и проклятий, отрекаюсь от беззакония. Во имя Иисуса, Иисус Христос мой Господь и Бог и Царь. Слава Иисусу Христу.